Построить собственный стабильный бизнес, передать его своим детям и быть частью сообщества успешных и уверенных предпринимателей. Все это возможно вместе с Faberlic. Следуйте по маркетинг-плану компании и поднимайтесь вверх по лестнице успеха. Начнем знакомство на примере маркетинг-плана, действующего в России. Вы зарегистрировались на сайте Faberlic и стали привилегированным покупателем. Это значит, что скидка 20% на всю продукцию сразу же ваша. Важно, скидка сработает при минимальном заказе от 1000 рублей. Чтобы узнать больше о бизнес-возможностях, начнем с трех важных терминов, которые мы будем встречать постоянно. Баллы – единица измерения для подсчета ваших будущих вознаграждений. Баллы начисляются за каждый купленный продукт. Чем больше баллов, тем больше выгодных предложений и еще больше бизнес-возможностей. Личный объем или ЛО – объем продукции, приобретенной лично вами за время действия одного каталога. Личный объем рассчитывается в баллах и рублях. Период. Время действия каталога – 3 недели, за которые необходимо выполнить ряд бизнес-показателей для достижения ваших целей. За 1 год проходит 18 периодов, а это значит, что вас ждет 18 зарплат. Итак, вы можете увеличить вашу скидку на продукцию в личных заказах с 20% до 26% и получать прибыль в виде разницы между ценой каталога и вашей ценой консультанта Faberlic. Для этого необходимо выполнять от 50 баллов личного объема в течение периода, и уже в следующем каталоге вас будет ждать скидка 26%. Чтобы перейти на новый уровень дохода, необходимо привлекать в свою команду больше новых людей и получать вознаграждение по маркетинг-плану уже за работу своей структуры. Готовы? Тогда ваш следующий шаг – создание своей команды или структуры. Вы лично приглашаете людей в компанию, становитесь их наставником и начинаете совместную работу. Чем больше консультантов в вашей команде и чем больше они покупают и предлагают продукцию Faberlic другим людям, тем больше ваше ежемесячное вознаграждение, тем выше звание и еще больше возможностей. Сумма вашего личного объема продаж и объема продаж консультантов вашей структуры, за исключением директоров вашей первой линии и их структур, называется объем личной группы. Это важный показатель для движения вверх по лестнице успеха. Партнерские отношения между компанией Faberlic и консультантами могут быть оформлены 2 способами. Первый – самозанятость. Этот способ подходит для консультантов в любом звании. Второй способ – индивидуальный предприниматель или ИП. Могут оформить лидеры от статуса «вице-директор» и выше. На основании заключенного договора на оказание услуг на расчетный счет консультанта перечисляется вознаграждение, рассчитанное по маркетинг-плану по итогам каждого периода. Приглашаем вас вместе подняться на самый верх лестницы успеха и посмотреть, из чего складываются доходы лидеров Faberlic. Итак, вы активно работаете с командой. Очень важно выполнять личный объем от 50 баллов. Это обязательное условие для достижения всех новых званий Faberlic. Дальше много будет зависеть от того, насколько большая ваша команда и какой объем продаж вы выполняете вместе. Чем больше ваша личная группа, тем больше объем личной группы и тем выше ваше вознаграждение или ваш процент объемной скидки за период. Вознаграждение рассчитывается по простой формуле. Ваш личный объем продаж плюс разница между процентами вашего уровня объемной скидки и уровня консультантов вашей личной группы. До звания директор ваш доход в компании – это отличная возможность для дополнительного заработка. Достигнув звания директор, вы начинаете выстраивать собственный бизнес и стремительно увеличивать заработок. Со звания «бриллиантовый директор» вы становитесь управляющим собственного бизнеса, и ваш доход с Faberlic становится основным. Самая первая ступень лестницы успеха – консультант. Для этого нужно выполнять от 50 баллов личного объема и от 100 баллов объема личной группы. Ваша объемная скидка составит 3%. Средний доход за год в этом случае составит от 6000 рублей.
Чтобы получить статус «старший консультант», необходимо выполнять личный объем от 50 баллов и от 200 баллов объема личной группы. Вы получаете объемную скидку 6%, а средний доход за год повышается и составит от 23 тысяч рублей. Звание «лидер» подразумевает выполнение личного объема от 50 баллов и объем личной группы от 600 баллов. Объемная скидка составит 9%. Средний доход за год от 66 тысяч рублей. Выполняя личный объем от 50 баллов и объем личной группы от 1000 баллов, вы получаете статус «старший лидер» и объемную скидку 12%. Средний доход за год от 128 тысяч рублей. Со следующей ступени лестницы успеха компании открывается больше возможностей. Достигайте статус «вице-директор» и увеличивайте объемную скидку. Для этого выполните от 50 баллов личный объем и объем личной группы от 1500 баллов. Именно от статуса «вице-директор» и выше мамы получают от компании бонус материнства и усыновления. Для этого нужно минимум 8 периодов за последний год работы до рождения ребенка удерживать свое звание. И кроме основного дохода в течение года, каждый период вы будете получать бонус за первого ребенка 2500 рублей. Всего 45 тысяч рублей. За второго ребенка вас ждет 5000 рублей в период в течение одного года, всего 90 тысяч рублей за год. Таким образом, вице-директор – это объемная скидка 15%. Средний годовой доход составит уже 205 тысяч рублей. Следующая ступень маркетинг-плана – старший вице-директор и объемная скидка 19%. Выполняйте от 50 баллов личный объем, от 2000 баллов объем личной группы, и ваш средний доход за год составит от 300 тысяч рублей. Мы с вами идем дальше и подходим к одной из самых важных ступеней, преодолев которую для лидера Faberlic открываются принципиально новые горизонты и бизнес-возможности, а доход существенно увеличивается. Статус «кандидат в директора» и объемная скидка 23%. Для достижения этой ступени необходимо от 50 баллов личный объем и от 3000 баллов объем личной группы. Средний доход за год составит уже от 360 тысяч рублей. Достигнув эту ступень, вы становитесь кандидатом на получение квалификационного бонуса или, простыми словами, премии в размере 80 тысяч рублей. Мы переходим на принципиально новые директорские ступени лестницы успеха. Впереди вас ждут высокие звания, развивающийся бизнес и растущий доход. Очень важно, для получения, сохранения и удержания звания директор и выше необходимо в течение любых 8 периодов за последний год выполнять групповой объем и личный объем, соответствующий вашей квалификации по маркетинг-плану. И у нас появляется еще один важный термин – групповой объем или ГО. Это сумма личных объемов всех консультантов всей вашей структуры за расчетный период, включая директорские группы. На основании группового объема определяется процент вознаграждения, размер директорского бонуса за оборот ваших директоров по итогам каждого периода. Директор — первое важное звание лидера Faberlic и первая серьезная ступень лестницы успеха. Это значит, что лидер принял важное решение — развивать свой бизнес в партнерстве с компанией. На этом уровне все ваши консультанты входят в личную группу. Для достижения звания объем личной группы должен составить от 3000 баллов, личный объем от 50 и более баллов. Очень важный термин на ступенях от директора и выше — квалификационный бонус. Это единовременное вознаграждение за достижение новых званий, начиная со звания директора. Чем выше ступень по маркетинг-плану, тем выше бонусы. Также лидеры в звании от директора и выше могут получить дополнительное вознаграждение — бонус стабильности. Бонус выплачивается за ваше серьезное отношение к бизнесу и стремлению достигать новые цели.
Если вы сохраняете звание директор 8 периодов подряд и выполняете 100 баллов личного объема 2 раза в год, вам будет начисляться бонус стабильности. Для директора это 6600 рублей. 100 баллов личного объема – это условие не только для получения бонуса стабильности, но и для участия в VIP-программе. Выполняя 100 баллов личного объема, вы становитесь VIP-консультантом и получаете множество привилегий. Скидки на новинки, ранний доступ к акциям следующего каталога, контакты новых покупателей и многое другое. Чем дольше вы выполняете 100 баллов личного объема каждый период, тем больше привилегий. Итак, вы директор, а это значит, что вас ждет квалификационный бонус 80 тысяч рублей, а средний доход за год составит 720 тысяч рублей. Также вас ждет значок директора. Это первая ступень, на которой консультант получает этот важный отличительный знак. Бонус стабильности составит 13 200 рублей за год, и вам доступны VIP-привилегии от компании. Следующая ступень – старший директор. Это значит, что вы все больше погружаетесь в особенности маркетинг-плана, продолжаете осваивать бизнес-процессы и активно укрепляете команду. Как стать старшим директором? Есть два пути. Первый – стать наставником одной 23-процентной группы с объемом личной группы от 2000 баллов. То есть в вашей команде должен быть лидер в статусе директор. Второй путь – выполнить объем личной группы от 5000 баллов и личный объем от 50 баллов. Если вы уже получали квалификационный бонус за звание директор, то ваша премия в данном случае составит 40 тысяч рублей. И, конечно, старшего директора ждет значок. И самое интересное – начиная со звания «старший директор», каждый может получать директорские бонусы за результаты работы директоров структуры в первой линии. Таким образом, ваш средний доход за год составит 1 миллион 200 тысяч рублей. Выполняя 100 баллов личного объема, вы получаете бонус стабильности – 10 тысяч рублей за полугодие, то есть 20 тысяч рублей за год. И, конечно, вы можете пользоваться VIP-привилегиями «Faberlic». Мы поднимаемся выше. Впереди у нас новые высокие звания и драгоценная команда «Faberlic». Серебряный директор – это ступень качественного перехода на новый уровень. Если директор и старший директор стали лидерами самостоятельно, то серебряный директор сам вырастил лидеров. Вы работаете только с командой и в команде, ведете людей до результата. Серебряный директор знает и понимает, как важна его роль наставника. Чтобы стать серебряным директором, в вашей структуре должно быть две 23-процентные группы в первой линии. Объем личной группы должен составлять от 1500 баллов. Мы рекомендуем вам выполнять 3000 баллов объем личной группы. В этом случае вам выплатят повышенные директорские бонусы, а общий доход будет больше. Какие еще условия необходимы для получения повышенного директорского бонуса? Первое – выполнять соответствующий групповой объем от 10 тысяч баллов. Второе – выполнять правило 60%, то есть групповой объем каждой из ваших 23-процентных групп первого уровня должен составлять не более 60% от вашего общего группового объема. Таким образом, ваш средний годовой доход с учетом повышенных директорских бонусов составит 1 миллион 600 тысяч рублей. Также прибавим к этому квалификационный бонус – 150 тысяч рублей. Яркое дополнение к премии – драгоценный значок из белого золота. Бонус стабильности также увеличится до 13 500 рублей за полгода, то есть до 27 тысяч рублей за год. И, конечно, все VIP-привилегии «Faberlic» открыты для вас. И мы уверенно идем дальше. Золотой директор вырастил трех лидеров. Это уже сильная команда, которая обеспечивает стабильность структуры. Золотой директор формирует команду единомышленников, которая готова к новым масштабным проектам. Для достижения звания «Золотой директор» необходимо, чтобы в вашей команде было три 23-процентные группы в первой линии, а также выполняйте от 1000 баллов объем личной группы и от 50 баллов личного объема.
Но мы по-прежнему рекомендуем выполнять от 3000 баллов объема личной группы, чтобы получить повышенный директорский бонус. Достигнув звания «Золотой директор», вы получаете квалификационный бонус 200 тысяч рублей и драгоценный значок из белого золота с бриллиантом. Ваш доход за год с учетом повышенных директорских бонусов уже 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также повысится бонус стабильности – 40 тысяч рублей за год. Рубиновый директор – серьезный руководитель, который растит уже целые команды. Звание бриллиантового директора на горизонте. Когда-то нереальная мечта становится достижимой целью. Для достижения звания необходимо вырастить 4-23% группы в первой линии, выполнять объем личной группы от 1000 баллов и от 50 баллов личного объема. Выполняйте 3000 баллов объем личной группы и получайте повышенные директорские бонусы. Ваш квалификационный бонус – 275 тысяч рублей и драгоценный значок из белого золота с двумя бриллиантами. Средний доход за год с учетом повышенных директорских бонусов составит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Бонус стабильности увеличится до своего максимума – 53 тысячи в год. Бриллиантовый директор – это грамотный управленец. На него смотрит не только его команда, но и вся компания. Вы – бриллиантовый директор. А это значит, что в вашей команде 6-23% групп в первой линии. Вы выполняете личный объем 50 баллов и от 1000 баллов объем личной группы. Для получения повышенных директорских бонусов выполняйте от 3000 баллов объема личной группы. Ваш успех зависит и от того, насколько хорошо вы умеете быть наставником для своей команды. Лидерам от бриллиантового директора и выше компания выплачивает бонус развития. Это вознаграждение в размере 30% от суммы всех квалификационных бонусов, которые были выплачены за год консультантам вашей структуры до первого нижестоящего лидера в звании бриллиантовый директор. Итак, квалификационный бонус бриллиантового директора – 400 тысяч рублей. Также вас ждет драгоценный значок из белого золота с тремя бриллиантами. Бонус стабильности – 53 тысячи рублей за год. Средний доход за год с учетом повышенных директорских бонусов составит 5 миллионов 500 тысяч рублей. Элитный директор. Принципиально новый, почетный уровень лестницы успеха. Лидер становится участником элитной команды «Фаберлик». Элитный директор развивает не только свою команду, но и регион и страну в целом. Миссия элитных директоров – формировать взгляды и мировоззрение консультантов и лидеров компании. Итак, элитный директор – это 9-23% групп в первой линии, от 1000 баллов объема личной группы и 50 баллов личного объема. А значит, вас ждут квалификационный бонус 600 тысяч рублей и драгоценный значок из белого золота с четырьмя бриллиантами. Средний доход за год с учетом повышенных директорских бонусов составит 8 миллионов 200 тысяч рублей. Бонус стабильности – 53 тысячи рублей. Национальный директор, старший национальный директор, международный директор, старший международный директор. Особенная роль и позиция. Такие лидеры гармонично сочетают внутреннюю дисциплину, самоорганизацию и безграничную любовь к людям, потому что за ними следуют огромные команды людей по всему миру. Посмотрите на эти серьезные доходы и все возможности, которые открыты для национальной команды «Фаберлик». Национальный директор. Его квалификационный бонус составит 1 миллион 200 тысяч рублей, а средний доход за год с учетом повышенных директорских бонусов – 9 миллионов 500 тысяч рублей. Старший национальный директор. Квалификационный бонус – 1 миллион 500 тысяч рублей. Средний доход за год с учетом повышенных директорских бонусов – 11 миллионов 500 тысяч рублей. Международный директор. Квалификационный бонус – 1 миллион 800 тысяч рублей. Средний доход за год с учетом повышенных директорских бонусов – 14 миллионов 500 тысяч рублей.
старший международный директор. Квалификационный бонус – 2 миллиона рублей. Средний доход за год с учетом повышенных директорских бонусов – 19 миллионов 500 тысяч рублей. За лидерами в звании от партнера и выше не только команды, но и стратегия развития, разработка программ и методик совместно с сотрудниками компании, внедрение авторских проектов. Чтобы достичь звания «партнер», в вашей команде должно быть 24-23% групп в первой линии. И традиционно объем личной группы от 1000 баллов и личный объем 50 баллов. И годовой доход достигает 34 миллионов рублей. А также квалификационный бонус 8 миллионов рублей. Драгоценный значок «Белое золото 585-й пробы» и «Желтое золото 750-й пробы». 195 бриллиантов 1 мм, 1 бриллиант 2 мм. Бонус стабильности 53 тысячи рублей. Лестница успехов «Оберлик» стремится ввысь. В команде старшего партнера и выше уже должны быть бриллиантовые директора в первой линии. Старший партнер. Средний доход за год – 43 миллиона рублей. Квалификационный бонус – 10 миллионов рублей. Управляющий партнер. Средний доход за год – 50 миллионов рублей. Квалификационный бонус – 17 миллионов рублей. Национальный партнер. Средний доход за год – 54 миллиона рублей. Квалификационный бонус – 25 миллионов рублей. Международный партнер. Средний доход за год – 62 миллиона 500 тысяч рублей. Квалификационный бонус – 50 миллионов рублей. Генеральный партнер. Средний доход за год – 76 миллионов рублей. Квалификационный бонус – 80 миллионов рублей. Вы видите, сколько возможностей и какие безграничные уровни доходов открываются для самых высоких званий компании «Фаберлик». Ежедневно совершайте необходимые шаги, действуйте, и успех не заставит себя ждать. Используйте все возможности компании. Поднимайтесь вверх по ступеням лестницы успеха, приобретайте новый опыт, развивайтесь как профессионал и увеличивайте свой доход. Желаем каждому из вас достижения самых больших высот вместе с «Фаберлик».